Прием, прием, здорово всем, с вами Михаил Хёртс, и сегодня мы с вами поиграем в игру, называется NNKU, как-то так она называется. Демо-версия в Steam доступна для всех, абсолютно бесплатная. Советовал ее Гаватари, это похоже на Vampire Survivor, и мне это уже очень нравится. Soldier, attention. Посмотрим. This reward unlock, что-то, короче, много всего, ничего не могу взять, поехали select. Это достаточно интересно выглядит и круто играется, я просто играл уже. Подожди. Чё? Это какой-то совсем другой жанр, подожди. Нет? Ух ты. Господи. Что еще непонятно, ребята? Как? Craft Healing Potion Fountain Root. Ай. Без понятия, первый раз такое делаю. Может, какое-нибудь обучение будет? Автоатаки нет. Автоатаки нет. Ты подумай. Мне приходится самому драться. Это необычно. Ладно, это очень странно. Меня это... А, это бьет меня. А как быть? Как жить? Это необычно. А, пробелом просто блочить, я понял. А грибы соберем. Если получится. А, наверное, прокачку как-то надо бы осуществить. Как хилинг потион? Резюм гелдекон. Options надо было посмотреть, наверное, да? Я не знаю, не так много кнопок у меня доступно, ну да ладно. Что это такое еще раз? А, это крафт! Вот. Crafty crossbow fountain weapon. Как крафтить crossbow? Честно, ребята, я вообще без понятия. Мне очень нравится визуальный стиль, и я хочу попробовать в этом всем разобраться, разумеется. Дальше нету. Что это такое? А, смотри. Розбоу. Розбоу есть. Хорош. А эти дальнобойный? Или как неэффективно? Пиксворд. Дроп ит. На Е. Букмарк your favorite. Из Е. Подожди. Подожди, из Е. Bookmark your favorite weapon in the crafting wheel with E. Ага, вот так. Nature whistle. Tools. Nature whistle, wood and fiber. Мне, честно сказать, не очень нравится, что тут крафт есть. Честно вам скажу. Мне кажется, это лишнее, если честно. Ой, подожди, хилка. Аборт. Не смог отменить хилку. Паучары позорные дамажат со всей силы. Мама, не ошо с лицом у него. Ладно. А так это хп так мало? Видно, стоит сделать хп. Грибы нужны срочно. Эти кожи с дыром соления освежуемого. Поглядим, насколько это. Слушайте, мне это уже не нравится. Это вообще не классический Vampire Survivor like. Так что, такое себе. Вот оно, бэкпэк. Чё-то мы открыли, это уже хлеб. Return to title. Ну, погнали to title. Все, заново. Ладно, я теперь хотя бы что-то понимаю. Давайте грибы собирать, потому что это вилки наши непосредственно. Я все, наверное, буду собирать. Очень необычное смешение жанров. Так, успел паука убить, пока он нас не задел. И это приятно, знаете ли. О, как раз таки тростник. Чем мне еще нужно было? Так, свисток. Follow the wind, you need to upgrade your weapon. Follow the wind. А где ветер? Должен апгрейдить свое оружие. Что-то произошло. Я абсолютно не понимаю, что происходит. Выглядит интересно. А, он все дефенсит в этот небольшой момент. Да, раскайтить. Ручку, ребятушечки, попить. Оп.
Из двух ударов не убивают. Вот собаки. Так, срочно нужны грибы. Владислав в поисках грибов. Отлично, грибочки. Тихо-тихо, маленький паукан. Опустись, попустись. Так, срочно собрать. Надо еще как-то скрафтить успеть. Могу вот так и, например, крафтить хилочку. А, не могу? Подожди, я же скрафтил. Я не понимаю, почему хилка не применилась. Может, я не докрафтил как-то? Какие струны души. Травурдалак вылез. А, подожди, так, а где же хилка, мать твою? Не идеально. Отлично. Я их ваншотаю? Да. Это же как в Dark Souls. Нормально. Вот все еще написано Follow the Wind. Где я найду ветер вам? Я exactly хз. Слушай, ну визуальный стиль игры 15 и 10. Вид играет нереально. Вид имеет нереально. Но пока непонятно, что делать. Ну давайте еще раз тогда. Абсолютно не получается проходить. Либо надо было как-то свисток использовать. Деревяшка нужна. Так, крафтим, пока не поздно. Как его использовать? Я все еще пока не понимаю, как пользоваться. Вот там куда-то какой-то список идет. А что за список? Куда идет? Чего? Вообще абсолютно ничего мне игра не показывает, не объясняет. Я этому не рад. Но этих я еще ваншотаю. То, в принципе, тоже неплохо. Может, я могу что-нибудь еще скрафтить? Что это? Давай возьмем. А есть уже, да? Защита есть, что? Ботиночки хочу. Very wonderful ботинки. Ну нормально. Урон имеется. Элитный, синий, подсвеченный. Эту сферу можно собрать сюда. Что-то заколлектили. Как он залагал, я съем грибы. Походу еще коса, которой мы все добываем, может сломаться рано или поздно. Понятно, что это такое? Блин, ну пауками быть съеденным, это, конечно, такой себе план. Хилку сделаем, пока не поздно. Появится она здесь? Ни хрена не получилось, не появилась. А почему, если хилка у меня есть, почему она не появляется? Не могу пока что понять. А, может, вот это за кровавым следом надо идти? Перестать привыкать перекатываться на пробел. Я по привычке хочу перекувыркнуться на пробел. Это же глупо. В этой игре это не работает. Лутаем, пока никто не видит. Все еще не могу понять, почему не прокачиваюсь. Блин, ну паучков, конечно, такое себе. Если кнопку и нажать. Нет, нет инвентаря. Опять висел создать. Вот, смотрите, что-то появилось. Или это не то, что мне надо? Вон, обосрался. Задний ход. Можешь сюда зайти. О. Мистер Босфайт. Я собрал. Что делать-то?
Просто собрать, наверное, надо. Да, это хрен дамажит. Причем очень недурно дамажит. Могу выйти? Да, я могу и выйти. Странно, это все работает. Вот я вроде купил хилку, а не могу ей воспользоваться. Абсолютно до конца не понимаю, что делать. Давайте, наверное, на этом, возможно, закончим. Face Interact, use shortcuts. Да, не так уж много вариантов. Премного, всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Прикольный проект. Немножечко не нравится мне вместе с выживачом. Но, тем не менее, опыт был интересный. Как-то так. Всем доброго, удачи, играйте в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.